Ямато Лайн 5. Ход такой тугой, что прокручиваю с трудом. Какая красота. В каком виде. Изумительно. Как видим, петли выметывает разные. Левая и правая сторона. Регулировал. Здесь вот видно. И получилось окончательный вариант вот в этот вот. На 15 мм 12 уколов в данном случае. Ну, от регулировки ручки это зависит. И реверсные швы, прямой и зигзаг, тоже попадает все ровненько. Моталка с трудом крутилась, вытащил штырь. Ну вот там находится вот такая вот штука. Заменил резинку на моталке, старая уже жесткая стала. Отрегулировал натяжение ремня. Изменил угол подхода носика челнока к иголке и высоту игловодителя. Машинка преобразилась. Осталось отшлифовать отверстие в игольной пластине. Вот теперь другое дело. Шелк. Шаг двойка. Обычная ткань, прямой стежок, шаг 4. Максимальный зигзаг, шаг 2. Усиленный зигзаг с тройной строчкой. Усиленная прямая строчка. Декоративная и обметочная строчка. Петля. Попробую показать. Одной рукой неудобно снимать и показывать, но попробуем. Нитки разные, поэтому желтенькая чуть просматривается. Ну, если одинаковые были бы, было бы нормально. Джинса 4 слоя. Натяжку увеличил до 5. Шьем. Одной рукой, конечно, неудобно, но что есть. Ну и, конечно, кожа. Толщина тут 3 миллиметра. Ну, уже у меня больше нету кожи. Уж остатки. Чем?